Владимир Владимирович, в общем-то, все сказал. На самом деле, по-человечески его понять можно абсолютно. Когда вот он говорил слова, что вроде бы и нельзя ее отменять, да, но когда сталкиваешься с этим зверством, безумием, которое, увы, пока характерно нашей стране, поневоле возник вопрос, есть ли вообще какие-то пределы для этих людей, понимаете, кроме смерти? Что-то их может отпугнуть. Но другой вопрос, что нам все время говорят, что смертная казнь не решает проблему, что, так сказать, смертная казнь не ведет напрямую к сокращению количества преступлений. Но я-то уверен, что наша страна немножечко заскочила вперед. Вроде Штаты мы считаем куда как прогрессивнее нас, там в целом ряде штатов, которые входят в США, имеется смертная казнь, и они за нее держатся, понимаете, так же бывает во всем мире. Я думаю, что вопрос еще окончательно не решен. И не знаю, что нужно сделать, какой вид преступления после Беслана возможно, чтобы убедить наше общество, что мы забежали вперед немножко.